Находятся здесь два резервуара по 200 кубов и две скважины, которые в час вырабатывают около 25 кубов питьевой воды. Станции с бактерицидной установкой жители аула в Тулебийском районе могли только мечтать. И вот теперь новейшая разработка добралась до округа Алатау. Осталось совсем немного, чтобы люди наконец-то смогли пить чистую воду. Объект был переходящим на 2019 год. Сдача объекта планируется на октябрь месяц 2019 года. Из глубины 200 метров воду будут выкачивать из этого вот резервуара. Ну а дальше вода будет поступать в вот эти вот два больших резервуара, общая масса которых составляет более 400 кубов. Потом воду будут обрабатывать в этой бактерицидной системе. Ну а самое главное, дальше она пойдет уже в населенные пункты. Воду подадут и в отдаленные аулы. Там люди до сих пор пьют из родников и колодцев. В районе, по словам местных властей, работы уже завершаются. И в данное время внутри поселка, все внутри поселковые водопроводные сети, все 100% завершены. Вот сейчас остается только вот на строительстве, на этом месте идет вот строительство резервуаров и скважин. Здесь тоже работы завершены на 95%. Мы думаем, что в октябре месяце работа будет 100% все завершены. До конца этого года в Тулебийском районе будет и газ. Голубое топливо подадут даже в глубинку. Основные работы по прокладке газопровода вышли на финишную прямую. Шудин Саидов, Дастан Абдиев, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании ОТИРАР.